Это наше рекордное достижение. Впервые мы вышли на подиум. Как бы мы долго к этому шли. 14 лет без малого. Ну, с маленьким перерывом небольшим. Поэтому я считаю, что это солидное достижение для нас. Какие трудности по ходу сезона у вас были? Ну, трудности разные были. Начиная от травмы игроков, заканчивая мотивацией, дисциплиной, явкой игроков. Опять же, карточки. Ну, различные моменты присутствовали. Околофутбольные, футбольные. Но мы справились. Когда понял, что вы займете место на подиуме? Сегодня. Когда судья свистнул финальный свисток, я понял, что мы на подиуме. До последней секунды я не был уверен. Почему? Ну, потому что это футбол, мяч круглый, поле зеленое. Здесь может случиться все, что угодно, тем более в мини-футболе, как в хоккее, все очень быстро меняется. Из соперников кого можешь отметить? Ну, я бы отметил Вольту, конечно. Команда очень сильная, на голову сильнее всех оказалась к концу сезона. Очень ровные ребята, очень сильные, хорошие. Их, да. Нам с ними было труднее всего, честно говоря, соперничать. Ну, с остальными попадались более-менее. 14 лет шли к этому достижению. Все-таки в чем секрет или в чем кроется вот успех? Ну, наверное, в силе воли каждого из нас, потому что коллектив собирался тоже по ниточке. Не все у нас в команде приживаются, опять же. Кто-то не тянул по футбольным качествам, кто-то по человеческим качествам. Опять же, просеивали, искали, создали более-менее хорошую команду, без нервов, все ребята дружные. Ну и плюс ко всему мы за «Спартак» болеем. Спартаковский дух, это он существует, действительно, он есть. И это тоже укрепляло нас в нашей вере в успех. Поэтому все закономерно. Все игроки являются болельщиками «Спартака». Смотрите матчи вместе? Матчи вместе мы смотрим редко. Но я думаю, что уже все болельщики, все игроки являются уже болельщиками «Спартака». Но у нас большинство, конечно же, в команде, в клубе. Кто новенькие приходит, они пропитываются духом, мы их оспартачиваем, так сказать. И отлично, все хорошо. Все очень гармонично вливаются и тоже начинают интересоваться результатами игр «Спартака», как сыграл. Некоторые даже про хоккейный «Спартак» спрашивать начинают. Так что работа идет. В следующем сезоне можете замахнуться на место выше? Я надеюсь на это. Надеюсь, но я смотрю, что серия Б будет очень сильная. Серия А вот пока еще не изучали. Мы вот сядем на неделю все вместе за стол, переговорим, как развиваться дальше, куда идти дальше, что нам нужно усилять, что нам нужно улучшать. Ну, мы постараемся прыгнуть выше, чем в этом сезоне, естественно. Иначе это не имеет смысла. Идти вниз. Только вперед. У нас написано на эмблеме только победа. Мы должны соответствовать этому лозунгу.